Всем привет, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такое вот печенье шоколадное со злаками Любятово. Это, кстати, у них новинка, но тут почему-то они решили не писать, не знаю почему. Давайте вот тут все поближе посмотрим, состав, все такое. Четыреста шестьдесят килокалорий, довольно такое. Так, состав. Так, здесь у нас на других языках состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, и в упаковке у нас 114 грамм, да, и целых 460 килокалорий. С таким печеньем, в принципе, можно худеть, допустим, если вы день кушаете 1,5 килокалории, то, в принципе, вы можете 3 пачки таких купить и на целый день растянуть. И давайте же, конечно, его попробуем. Сразу возьмем нашу тарелочку, нашу помощницу. Так, 6, 12 штук их в наборе получается. Так, ну выглядят они практически так же, как и нарисованы. Нарисованы они как-то более темнее, а здесь получается они более светлее. Тоже есть такие всякие козявочки. Видимо, как раз может быть какие-то там злаки. Ну, конечно, оно здесь гораздо красивее и гораздо аппетитнее. А здесь вот они, честно говоря, цвета какашки. Ну, в принципе, здесь вот даже какие-то еще типа изюмы, может быть, там. Так, попробуем, понюхаем, вернее, сначала. Пахнет, знаете, обычным печеньем, шоколадом и чем-то еще таким. То есть оно довольно тонкое. Здесь, да, тоже тонкая. Внутри тоже всякие злаки, может быть, орешки. Ломаются они легко. И давайте же попробуем, какие же они на вкус у нас. Очень нежные, хрустящие. А хрустящие, вот они тонкие, они прям жуются очень-очень хорошо, то есть они не жесткие, такие, ну, не мягкие, как, ну, просто хрустящие, как чипсы. В меру сладкие, прям чуточку совсем сладкие. Вот это вот, наверное, конечно, какие-то там злаки, скорее всего. С ними какое-то печенье становится таким особенным. Оно действительно очень вкусно, его хочется еще и еще и еще. Вот, оно очень вкусное, шоколад. Ну, немножечко чего-то там есть, такое какао, наверное, там вдалеке, или, может быть, даже, не знаю, скорее всего, это из головы, потому что на вид оно с какао, с шоколадом. Как-то так. Ну, по крайней мере, здесь написано шоколадно и рядом звездочка. Значит, это... Как, знаете, когда кто-то там кому-то говорит там что-нибудь в кавычках, в конце говорит в кавычках, то есть наоборот, да? Вот здесь получается тоже так же. Вроде как шоколадное, но как в кавычках, то есть какао. Вот, но очень вкусное, прям мне понравилось. Так, давайте я еще попробую второй раз. У нас с вами уже традиция пробовать по 2 раза. Жуется очень хорошо, но
вот эти вот злаки, как раз, то есть вот точечки, по всей видимости, в зубах немножечко застревают. И есть какой-то привкус горелости, подгорелости, как же это называется, поджаристости. Ну, какой-то такой вот немножко горьковатый такой привкус. Не знаю, ну, может быть, мне так показалось. Но я чувствую, что там что-то есть такое. Вот, но, в принципе, да, они вкусные. И они, ну, в принципе, они выглядят нормально. Их можно подарить девушке своей, например. Вот, если не думать о чем-то другом. Вот, ну, классные печенья. Их можно есть, можно и подарить. Вот, хорошие, прям хочется еще и еще. Классные. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку уже 3 года. Вот, также на нашем канале есть много других обзоров из магазинов Fix Price, Победы, Светофоры, из обычных магазинов, на продукты, на технику, например, Bluetooth-наушники, видеокамеры и много-много-много всего там интересного. Также на моем канале есть живопись, разные фоны интересные. Очень-очень много всего интересного. Обязательно на мой канал подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, понравилось ли вам такое печенье, чем понравилось, чем не понравилось. Кто ищет отзывы, ему будет интересно почитать ваши отзывы заодно уж. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!